Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новое видео. В этом видео будет много чего интересного. Во-первых, я покрасил номера на своем магнуме. Во-вторых, я купил номера на вот этот Мерседес, на котором я еду. В-третьих, я обменял катер на Audi R6. Все вы это увидите в этом видео, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также хотел бы напомнить, что проходит конкурс, получается, на вот такой вот Мерседес, который вы видите на экране, только на белый. Я его разыгрываю, ссылка будет в описании на конкурс. Просто перейдите по ссылке. Там всего лишь три условия. Первое — это подписаться на канал, второе — подписаться на Инстаграм, и третье — сделать репост. Все очень легко, просто и быстро, поэтому кто желает, можете участвовать в конкурсе. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне 50 тысяч получаете, на 10 уровне получаете 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазинхоли Плей. Желаю всем приятного просмотра, погнали! Так, пацаны, давайте, я думаю, в первую очередь поставим номера на вот эту акулу. Это Mercedes Benz GT63S, получается. И на эту тачку я специально купил номера. Давайте я покажу, какие номера я купил. Скриншот будет у вас на экране. Я эти номера купил за, получается, 2 миллиона. Вот, смотрим, номерные знаки, получается, и вот номер. АВВ 3 семерочки. Да, номер не прям очень классный, но, в принципе, я думаю, пойдет на этот Мерседес, тем более 3 семерки. Было бы 3 А3 семерки, было бы, конечно, намного лучше, но на что хватило денег, пацаны, то я и купил. Поэтому сейчас мы садимся в машину и поставим эти номера. Вы хотите поставить номер АВВ 3 семерки на ваш транспорт Mercedes-Benz AMG GT63S. Так, все верно, все, я поставил. Все, теперь у нас, пацаны, здесь стоят вот такие вот номера. Ну, как бы, да, АВВ такое себе именно буквы, а вот 3 семерочки здесь даже очень неплохо смотрятся. Как бы этот Мерседес я хочу себе ставить, а вот у меня есть еще один Мерседес, вот этот Мерседес, я его как бы разыгрываю. Повторюсь, пацаны, ссылка на конкурс есть как бы в описании. Теперь, пацаны, что еще? Я поставил цветные номера на Магнум. Вот мой Магнум, получается, Рено Магнум, Мер 3 восьмерки, и я купил покраску цвета за 4 миллиона. Я знаю, что это, наверное, дорого, скорее всего, потому что, по-моему, покраску номеров продают там по 3 миллиона, может быть, даже 2,5, но я купил покраску номеров за 4 миллиона. За 4 миллиона купил и покрасил номера в золотой цвет. Ну, желтый цвет, короче. Почему не красный? Потому что, ну, красный как-то, пацаны, надоел. У меня на Мурке номера красные, на гелике номера красные. Дальше у нас получается Audi RS6, пацаны. Просто соска, пушка, которую я очень хотел. Как вы помните, у меня была RS-ка, там были номера RSS 3 шестерки, но я ее продал и, блин, реально очень хотел себе RS-ку. Теперь у меня будет как бы и Audi R8, и будет теперь Audi RS6. Я думаю, не походит такой наборчик, поэтому я как бы обменял свой катер без какой-либо доплаты с моей стороны и со стороны того, кого RS-ка. Доплаты, короче, не было. Ни с его стороны, ни с моей. Просто мы обменяли, получается, ключ на ключ. Катер мне, честно, пацаны, не зашел, мне не понравилось. Я решил поэтому его либо продать, либо обменяться. Но получилось так, что я взял, обменял катер на RS-ку. Большое спасибо хотел бы сказать чуваку, который мне ее продал, как бы, ну, с кем мы обменялись. Вот, Георгий Пепенин, вроде бы так его ник читается. Если неправильно, то извиняй. Я, короче, передаю вот этому парнише привет. Он реально очень выручил. Ну что ж, теперь поехали в тюнинг и будем переделать, получается, RS-ку. Ну что ж, я приехал к С100, давайте я напомню, где она находится. Пишите GPS, потом выбираете 6-й пункт бизнесы и получается 5-й пункт С100. И вот 33-й бизнес, С100 Family Kirill Game, это С100 как бы нашей семьи, поэтому можете приезжать к нам и тюнинговать свои машины. We'll be right back.
Ну что ж, пацаны, вот такая вот малышка у меня получилась. Знаю, возможно, колхозно, но, типа, вот этот винил в таком цвете красном еще более-менее смотрится. Я бы мог бы сделать РС-ку, которая у меня была еще там зимой, но, в принципе, зачем повторяться, поэтому решил сделать новый стиль. Ну и винил я не хотел удалять, потому что все-таки винил стоит 500 тысяч, поэтому зачем просто деньги впустую куда-то выкидывать. Ну а так я поставил диски и перекрасил просто машину, и получилось очень даже неплохо. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсе на Mercedes. Ссылочка, повторюсь, есть в описании. Подписывайтесь на Instagram и всем пока-пока.